год, полтора, два, как экономика сложится, так и мы сумеем уложиться в данный тариф. 25 рублей за билет в автобусе, трамвай и метро. В марте этому тарифу исполнилось бы 2 года, но терпения казанскому исполкому не хватило. Заговорили о новом повышении. В 2016-м перевозчики наставили на 28 рублях, но комитет по тарифам утвердил 25. Транспортники решили, в 2018-м настало время реванша. Перевозчики будут обращаться, доказывать, составлять тарифные дела, доказывать. И в случае, если действительно экономика при этих тарифах не складывается, наверное, встанет вопрос о повышении. Людям трудно будет просто. Больше платить, 25 нормально. На пересмотр тарифа скептично относятся даже водители автобусов. Казань, тройка городов ПФО, где самые дорогие билеты на общественный транспорт. Опережать настолько Нижний Новгород казанская семья с двумя детьми без автомобиля в день тратит 400 рублей только на транспорт. Это с действующим тарифом. Сейчас поездка на казанском автобусе за наличные обходится в 25 рублей, по транспортной карте в 23. Казанцы говорят, и так дорого, а если будет повышение, то в их бюджете пробьется брешь. У меня два студента, два ребенка. У них каждый день по 4, по 6 транспорта, каждый день. Не стоит ни в какую. Потому что и так денег мало. Куда больше 1000. Перевозчики уже дали газу, чтобы пересмотреть существующий тариф в прошлом году. И уже в этом они обратились в исполком с просьбой добавить рубли в стоимость проезда. По словам некоторых водителей, большая часть пассажирских денег уходит под капот. Процентов 70 на обслугу автобусов. Запчасти же дорогие, машины же импортные. С инициативой перевозчики пока до Госкомитета по тарифам не доехали. В ведомстве тишина. В настоящее время Госкомитет не обладает сведениями о намерениях заказчика и перевозчиков по пересмотру действующих тарифов. 2011, потом 16 интервал повышений, 5 лет. Что сейчас так торопит перевозчиков? Пассажиры замерли в ожидании. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.